Привет, хочу-знайки! С вами канал «Хочу знать». Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Казалось бы, нет шанса промахнуться, но мальчику это удалось. Мадам, это парфюмерный отдел, а не дегустация оливкового масла. Эти слоны такие дружелюбные. Ой, или все же нет? Открыть дверь в бурю было большой ошибкой. Никто не пострадал, кроме их кошельков. Ламборгини – отличный автомобиль, но для стариков он не подойдет. Любой суп может легко превратиться в рыбный. Вот почему детская игровая площадка для детей. Она вошла как мисс мира, и вот что случилось. Пираты в реальной жизни выглядят не как в фильмах, а вот так, и даже так. Это не первый раз, когда Симпсоны предсказали будущее. Убедитесь сами, если не верите. Когда твоему мотоциклу захотелось свободы и независимости. Этому парню следует быстрее устранить погром, пока мама не пришла. Эй, притормози, этой шине нужно взять перерыв. Легкий способ убрать все со стола за секунду движением одной ноги. Знаете эффективный способ вытащить машину из грязи? Розыгрыш удался, но какой ценой? Ей придется купить парню новый телефон. Вам кажется, что с вашей пиццей что-то не так? Возможно, ее доставлял этот голодный, но хитрый парень. Кто-нибудь, пожалуйста, остановите ее. Заправлять электромобиль бензином – плохая идея. Похоже, этот мужчина случайно открыл портал в подземный мир. Не бойся, приятель, паук просто хотел прокатиться с ветерком. Нет, это не сцена из фильма ужасов. Тут не помешали бы профессиональные комментарии экстрасенсов. Любите крутые трюки на авто? Смотрите. Ой, точно, это ж подборка самых нелепых неудач. Никогда не испытывайте свои зубы на прочность таким образом. Чтобы поймать рыбу, пришлось принести в жертву двух моряков. Даже у воров есть гордость. Невозмутимость посетителей заставила его чувствовать стыд и поспешить скрыться. Наверняка в этом и заключался план водителя грузовика – избавиться от дорожного знака. Сколько баллов вы бы поставили официанту за такую молниеносную реакцию? Собаки – лучшие друзья человека, но у этой парочки что-то не сложилось. Эти парни отправились покорять новые горизонты. Успех и поражение в данном случае зависят не столько от мастерства игроков, сколько от ребят, двигающих столы. На свадьбе нервничают не только жених и невеста, но также и организаторы торжества. Вот что бывает, если чересчур доверять своему навигатору. Это потому, что они очень спешили, или потому, что пол был скользким, или все вместе? Владелец еще спал, а его байк уже приехал на работу. Она больше часа расставляла бутылки, и все разрушилось за одну секунду.
Этому парню не следовало оставлять собаку одну в машине. Впрочем, он же не знал, что его питомец умеет водить. Вот пример восстания машин. Мало того, что он не получил свой напиток, так еще и автомат снял $280 с карты. Пресс-конференция внезапно превратилась в водное шоу. За свою очаровательность котенок заслуживает 10 из 10, но их команда работала определенно на 0 из 10. Эй, розовый автобус, нельзя мусорить на дороге! Всегда обращайте внимание на предупреждающие знаки, ребята. Похоже, она застрянет тут до утра. Дети не единственная опасность для ваших фигурок из Лего. Освобождение – неотъемлемая часть рыбалки, но как насчет этого? Когда романтичный ужин превратился в комедию? В зале важно не только качаться, но и не опозориться. Из-за этих работников пропала тонна молока. Думаете, эта клетка остановит его? Да ни за что! Козы сильно перепугались. Вызывайте скорую! Иногда на парковке торгового центра можно бесплатно помыть машину. Этот курьер нашел надежное место для посылки, откуда ее точно не украдут. На дороге каждый строит из себя крутого, но всю крутость можно смыть водой из лужи. Девушка сама начала раскачивать мост и в итоге осталась без телефона. Пока твоя машина медленно уходит под воду, у тебя есть время подумать над своей ошибкой. Любитель розыгрышей мгновенно получил по заслугам. Каждое действие влечет за собой последствия. Ночной клуб – не исключение. У этого мотоциклиста припасены яйца для любого грубияна на дороге. Вот почему не стоит парковаться у пожарного гидранта. Это доказательство, что кошки – настоящее порождение ада. Когда пытался пнуть движущийся велосипед, но промахнулся. Парень отмыл свой телефон и радовался, что он еще работает, но радовался он рано. Когда смеешься над падением друга, а потом повторяешь его участь. Это защита от котов, лезущих в скворечники. Не стоило пугать бедную кошку. Эта грубиянка не осталась безнаказанной. Иногда нужно крепче завязывать мусорные пакеты. Этот велосипедист плевал на соседские машины, и терпение мужчины лопнуло. Житель увидел по камере, что детишки забрали все конфеты и заставил их вернуть ворованное. Велосипедист намеренно блокировал автобус, и водитель не сдержался. Прежде чем хулиганить на чужом крыльце, убедитесь, что там нет камер. Этот парень припарковался сразу на нескольких местах. То, что произошло через секунду, было заслуженно. Мужчина смеялся над собакой, скользящей на льду, и в итоге сам поскользнулся. На этом все. Спасибо, что были с нами эти минуты. Будем рады вашему лайку и подписке на канал. До завтра!